Всем физкульт привет, это канал 40+, очередной влог. Ну что, поехали. Четвертое октября. Зашел на медиа-тусовку. Серьезные операторы, здесь прям стоят, техника такая. Я со своей маленькой камерой вообще здесь не вписываюсь. Хотя в таких случаях чуть стесняться, да? Снимаем. Можно заметить много медийных личностей. Сейчас вкратце в мелких эпизодах все увидите потом. Сам тоже маленький влог веду. Здорово. Сразу за проктал, мне очень понравилось. Спасибо большое. Беру привет. Рассказываю про телесериалы. Заказали, как это все происходит. Сериалы потом сократили. Наша аудитория канала Хабар — это 51% мужчины, 49% женщин. Знак телеканала Хабар. Видно очень много медийных личностей. Не сказать, что они прям такие все серьезные, но идут на контакт. Ну что, вот ведущий телеканала. Пойдемте. Всем привет, это какой канал? Это простой блогер. Я понял, ну какой канал? На 40+. 40+. Добрый день. Здравствуйте. Ваша передача смотрю. Спасибо большое. Привет. И тем более голос узнать, это по-моему везде можно. Значит, это рулетка, я не знаю, что угодно можете замерять, это уже на ваше усмотрение. Ручкой можете записывать данные. Вот это самое главное, по-моему. Ну и шоколадки уже, чтобы чай попить хотя бы. Что? Это вам вода. Это наш родной Хабар. Подпишемся. Спасибо. Искал. Оказывается, в красном мелке. Как не заметить, не знаю. Здравствуйте. Так, торжественно вручаю. Спасибо за приглашение. Я пролез сюда, поснимал немножечко тоже. Да, интересно. Это, ну, как бы очень интересное и важное мероприятие. Ну, официально нас, скромных блогеров, еще пока не приглашают. Хорошо, есть такие друзья, которые позвали. Я раз и протиснулся сюда на это. Да, я передала сейчас сертификат, который вы выиграли на воркшопе «Мангоставской угости». И я клятвенно пообещала, что ваши впечатления перепощу на своей странице. Спасибо. Так что удачного отдыха и посещения святого региона Мангостау. Ждите новые посты. Нам бы хотелось вместе с вами сделать красивую картинку. Вот рядом сидит девушка. Я думал, здесь в кругу все медийные личности, такие журналисты. Оказывается, есть простые люди сидят. Вот. Как мы проектный менеджер? Сейчас спикер самый первый, кстати, признал то, что большинство уже уходит от телевидения. Большинство аудитории сейчас в интернете. И телевидение борется сейчас за зрителей. Вот Ерлан как раз заметил. Китайские велосипеды. У них номер такой. Вот у него стоит этот ограничитель, да? Да. Это тут поставили, кто-то пользуется, видимо, приехал на нем, да? В смысле ограничитель? Ну, вот этот замок же. Нет, он для общего пользования. Я сейчас могу даже им воспользоваться. А, то есть он сейчас так стоит и все, да? Да. То есть его станинка, вот этих нету таких? Нет, стационарных? Нет. Вот большое отличие этих китайских велосипедов, у них нет стационарных станций. То есть вот на нем человек приехал, вот он заблокировал, да? И оставил его, да? А как отчет идет там? Вот, через мобильное приложение. У него здесь какой-то датчик, что ли? Нет, здесь он по номеру забивает мобильное приложение, ему дается пин-код, и он пин-код вот этот набирает здесь вот, замок. Времени, значит, получается, неограниченное, что пользование? Там вообще 2 месяца бесплатно у них сейчас. Вау. А потом, я так слышал, $1 в час, но это дорого. Так, ну, мы сейчас не будем конкретизировать, да, эти условия этой компании. После, как узнаем, Ирлан говорит, отдельный влог сделаем про эти велосипеды. Это хорошо, в принципе, как конкуренция
установившим ранее таким велосипедом. Ольга, вот приятная Ольга. С утреца уже потихонечку делать упражнения. Частенько здесь будете, да? Ну, время от времени. Как позволяет, да? Да, как время. Вы, видимо, раньше занимались когда-то, да? Да, я раньше занималась, потом бросила, потом опять решила продолжить. Супер, молодцы. Вот, в пример, мужикам, а? Берет и зажимается.